Сегодня в день выборов на трех избирательных участках установлены электронные урны для голосования, так называемые КАИБы, которые принимают бюллетени и сразу подсчитывают результаты. На одном из таких участков побывала и наша съемочная группа. Это устройство используется на выборах в нашей стране с 2010 года. Для КАИБов напечатаны специальные избирательные бюллетени, на которых внесен код в виде маркерных зон. КАИБ 2010. На нашем участке это комплекс обработки избирательных бюллетеней на выборах очень удобен, так как подсчитывает и протоколы нам выводит, то есть облегчает намного работу членов комиссии. Петр Шляпников сегодня впервые опробовал этот аппарат. Остался доволен. Говорит, это удобнее, чем обычные урны для голосования. Он пришел на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. По его мнению, очень важно, чтобы каждый житель Славянского района понимал, что его голос может стать решающим. Для страны, для всего, это такой ответственный момент. Нужно каждому человеку выполнить гражданский долг. И все будет хорошо на стране. Сегодня также на всех избирательных участках проводится опрос избирателей после процедуры голосования, так называемый экзит-пол. Он позволяет прогнозировать результаты выборов и помогает обеспечить прозрачность и достоверность избирательного процесса. На выходе из избирательных участков стоят интервьюеры, которые проводят опрос избирателей. Вопросов задают всего два. Сколько избирателю лет и за кого он отдал свой голос? Отвечать на вопросы или нет – дело каждого. Сегодня важный день в жизни нашего района. До конца выборов осталось совсем немного. Ровно в 20:00 все избирательные участки закроют свои двери для подведения итогов голосования.